Ксения Собчак из гроба шокировала публику. Тема похорон почему-то не дает покоя Ксении Собчак. Достаточно вспомнить ее свадебный катафалк. Совсем недавно Ксения выявила для себя некую аналогию собственной свадьбы и похорон афроамериканца Флойда. Она сопоставила фотографии двух мероприятий и выложила в Инстаграме, написав: «Казалось бы, что общего у меня, простой белой девушки из города белых мечей, и шестикратно судимого черного героя протестов. Обрядность – вот наша связывающая нить. И в этой точке вдруг мы стали братьями и стали равны. Дальше больше. Теперь светская львица в сторис Инстаграма выложила видеоролик, окончательно шокировавший поклонников. В основе сюжета известный мем «Танцующие гробовщики». Ярко одетые темнокожие мужчины несут на плечах гроб, выплясывая при этом. Потом похоронная команда останавливается, крышка гроба откидывается, и оттуда выскакивает Собчак. Она машет платком и заявляет: «Не дождетесь». Фолловеры даже растирались от такого перформанса и начали дружно предупреждать Ксению, что с подобными вещами шутить небезопасно. И вообще гробы – скверная фактура для стёбов.